Здравствуйте, меня зовут Алексей, с вами кулинарное пространство Ардатуй. Сегодня мы с вами приготовим свиную вырезку с лапшой удон. Для этого нам необходимо свиная вырезка, предоставленная компанией «Уральский богатырь», шампиньоны свежие, фасоль стручковая, рубленная, замороженная, лапша удон, болгарский перец, лук, соевый соус. Для начала поставим вариться лапшу, слегка подсоленную воду. Ждем, когда она закипит. Лапша удон варится порядка 5-6 минут. За это время мы подготовим все остальные наши ингредиенты. Болгарский перец нарезаем соломочкой. Лук репчатый также нарезаем соломкой. Только именно соломкой, не полукольцами, а соломочкой. Шампиньоны нарезаем такими легкими тоненькими слайсами. Вырезку свинины советую использовать слегка подмороженную вырезку, чтобы она у нас лучше сохранила сок и вкус был более интересен. Нарезаем ее также соломочкой. Так, вода у нас закипела. Выкладываем лапшу. И пока у нас варится удон, нам необходимо все остальные наши ингредиенты хорошенько обжарить. Для этого ставим сковородочку на плиту и хорошенько-хорошенько ее разогреваем. То есть у нас должен получиться эффект вока. Это когда на сильно разогретой поверхности быстро-быстро-быстро обжариваем продукты, для того, чтобы сок и все полезные вещества сохранились внутри продукта. И начнем мы именно с фасоли стручковой, так как она у нас слегка подморожена, может, чтобы она дала немножко сока. На хорошо разогретую сковородку выкладываем сначала свинину. Быстро-быстро ее обжариваем. Когда свинина у нас обжарилась, добавляем стручковую фасоль. И тут же добавляем болгарский перец, так как он будет чуть подольше жариться. Итак, когда у нас ингредиенты обжарились, добавляем шампиньоны. Шампиньоны можно заменить на любые грибы, которые вы больше любите, если вдруг вам не нравятся шампиньоны. И добавляем лук. Овощи в этом блюде должны слегка похрустывать, то есть мы не будем доводить их до полной готовности. Тем временем у нас сварился удон. Достаем его из воды и сразу выкладываем его в сковородку. Все, перемешиваем, добавляем небольшое количество соли, перца. Перца можно чуть побольше. И заливаем это все соевым соусом. Прогреваем это все вместе с соусом буквально 2-3 минутки. Также сюда можно добавить свежую зелень, такую как петрушка, кинза. Можно добавить немножечко мяты, чтобы вкус был более интересным, так скажем, более свежим. Как только все прогрели, достаем наше блюдо и выкладываем его на тарелочку. Поливаем соусом, который у нас остался в сковороде. Свинина с удоном готова. Приятного аппетита!